12 июля эвакуированы сотрудники и посетители всех районных судов города Твери. Информация с угрозой заминирования поступила в ночь на 12 июля на электронную почту Тверской полиции. По тревоге подняты все оперативные службы города. На место выехали сотрудники правопорядка и кинологическая служба. Первым проверено здание Пролетарского районного суда. Ничего угрожающего жизни и здоровью людей не найдено. В 10:30 кинологическая служба прибыла к центральному районному суду, здание которого также оцеплено. Накануне, 11 июля, здесь, в Центральном районном суде города Твери, состоялось очередное заседание по обвинению 11-классников в причинении легкого вреда здоровью девушке-подростку. Это случилось осенью прошлого года в центре Твери, у входа в торговый центр «Олимп». По словам многих очевидцев, к девушке подошел парень и начал ее душить. Начал душить сначала друга Алены, тот выдержал потом, начал душить саму Алену, походу сильно передушил, та упала с какими-то травмами, подбородок, зубы, потом подождали скорую, купили салфетки, там всякое вытирали кровь, посадили ее, уехала до врача. А вот стал душить, он что-то говорил при этом, как он подошел к вам, вы его знаете? Я его лично не особо знаю. Я стоял 50 метров, просто увидел, как он ее душил, она упала и все. Подсудимый, 11-классник одной из тверских школ, уверяет, причинять вред знакомой девушке не собирался. В тот день они просто дурачились. Вы знали эту девочку? Да. А зачем вы так совершили? Что вообще было? Ну, играли, и так получилось, что не рассчитал себя. Вы играли? Да. А скажите, написано, что вы ее душили, что вы там до последнего. Ну, это неправда. Это неправда? Нет, СМИ неправильно написали. Подошли к нам, как бы Алена и Даня. Ну, что-то толкаться начали там играть. Так получилось, что как бы. В тот день за происходящим наблюдало много подростков, по словам очевидцев, человек 30. Может, он силы не рассчитал, но он точно душил, я прям видел это. Подсудимый уверяет, пытался просить прощения у родных девушки. Вы прощения попросили у Алены, у родителей? Ну да, в тот же день. Ну, я в тот же день у мамы попросил прощения. А они что сказали? Ну, иди отсюда. Поговорить в коридоре суда с потерпевшей нам не удалось. Ни девушка, ни ее законные представители в суд в этот день не пришли. На самом деле абсолютно обычное рядовое дело по причинению легкого вреда здоровью. Я не вижу никаких оснований для какого-то ажиотажа и каких-то иных комментариев. Стороны на сегодняшний день намерены прекратить дело в связи с примирением сторон. Вот. Но так как потерпевшие, представители потерпевших не являются в суд, такой возможности мы не имеем. Надеюсь, что в следующем заседании все разрешится в установленном порядке. Очередное заседание суда назначено на конец июля.